Свои стенограммы узорами трещин судьба оставляет на стенах домов. Не время ли выкинуть старые вещи, добраться до труднодоступных углов и вытереть пыль, что копилась годами в движении мелкодисперсных частиц, убрать негатив и сложить оригами из прожитых дней пожелтевших страниц. Мы пишем историю пасмурным утром, безветренным вечером, солнечным днем. И новыми кадрами ежеминутно большой наполняется фотоальбом. Прогрессию наших скупых биографий течение времени скрутит в спираль. Мы – точки, без нас не построится график, и смысла не будет иметь календарь. Из окон вагона, сканируя город, почувствуй, как жизнь ускоряет свой ход. Спусти все ненужное, мусоропровод. Мы пишем историю, время не ждет. Творение, так называется, мы пишем историю, оно, сборник идет на первом месте, но по хронологии оно написано самым последним, то есть изначально планировалось туда 30 стихотворений включить, но в итоге, конечно, пришлось поломать голову над тем, какое стихотворение поставить на первое место, ну, поскольку это действительно ответственный такой важный момент, то, с чего начинается, в какой-то степени визитная карточка и то, что задает тон, наверное, всему остальному материалу. И вот как раз в процессе обдумывания того, что именно поставить на первое место, как раз родилось вот это стихотворение, оно было написано там в мае прошлого года, которое в итоге вот на первом месте и оказалось, так достаточно удачно получилось в процессе как бы мозгового штурма самого себя. Поехали дальше. Вера. На этих весах вместо гирь цифровой эталон. Он спрятан от глаз в коридорах слепой микросхемы. Поэтому трудно понять, справедлив ли закон. Мы можем лишь верить в надежность и точность системы. Не все в этой жизни находится в наших руках. Не все мы способны увидеть своими глазами. Мы ждем наступления лета в сырых городах. Но в то, что дождемся, не верим, похоже, и сами. Практически каждый уверен в своей правоте, но все совершают ошибки когда-то и где-то. Темно за окном, но привыкли глаза к темноте. Что темнота? Это просто отсутствие света. Я вижу вокруг пустоту равнодушных людей, зажатых в тиски под давлением злой атмосферы. Они растворились в плену монотонности дней. У них больше нет ни любви, ни надежды, ни веры. Свободен ли тот, кто не верит уже никому? Свободен ли тот, у кого ничего не осталось? Кто сам добровольно себя загоняет в тюрьму, где серые будни приносят одну лишь усталость? Тает асфальт под снегом, тает баланс на тройке, и выцветают краски ветхих дорожных карт. Так и живем на стройке, так и умрем на стройке. Холодно и дождливо, скоро наступит март. Мы ненавидим время, полное преступлений. Мы ненавидим ливень, что затопил Москву. В этом потоке жизни, в области завихрений, лишь паруса надежды держат нас на плаву. Здесь, где царят помехи, нашим сигналам сложно вовремя пробиваться сквозь монотонный шум. Здесь предсказать, что будет, видимо, невозможно. Я все равно надеюсь, я все равно дышу. График идет упорно к собственной асимптоте. Он ее не достигнет и не пересечет. Я сохраняю мысли записями в блокноте. Время еще осталось. Может, сравняем счет? Словно резкими движениями ножниц новый день уничтожает наши сны. Ты способен, если ты еще художник, посмотреть на эту жизнь со стороны. Мир становится системой уравнений, где все больше неизвестных величин. В лабиринт противоречий и сомнений мы затянуты без видимых причин. Мы не знаем, сколько трудностей готовят километры неизведанных путей. И когда нас окончательно накроют,
ураганы современных скоростей, так пускай сгорают старые газеты, негатив преобразуя в серый дым. Отстыкуем, как ступени у ракеты, страх и ненависть, любовь же сохраним. Создавай, ведь это в сущности нетрудно, лишь отбрасывай ненужные слова. Все меняется порой ежесекундно, только помни, что любовь всегда права. Спасибо. Это сейчас была трилогия «Вера, надежда, любовь». То есть, ну, в целом, сборник состоит из отдельно взятых, отдельно стоящих стихотворений, каждое из которых представляет, ну, какую-то самостоятельную боевую единицу. Но здесь в нем есть также и более крупные, скажем так, формы. Вот эта трилогия, которая органично там писалась в эту концепцию. Но есть еще тетралогия, я, наверное, чуть позже прочитаю. Уже там... Так, ну, теперь немного о... визуальном оформлении этого сборника, то есть, собственно, о том, как он выглядит внешне. Ну, вообще, надо сказать то, что в процессе написания данной книги, точнее, в процессе подбора материала для ее создания, я понял, что, на самом деле, подобрать фотографию, иллюстрационный материал оказалось гораздо сложнее, чем подобрать, собственно, материал текстовый, то есть то, что составляет вот, костяк этого сборника. Оказалось сложнее. Почему? Во-первых, потому что ну, фотографии, ну, те, кто меня знает, знают то, что я фотографирую достаточно много, но это пошло еще профессиональных таких моментов. У меня диссертация по обработке фотографий защищена. И, естественно, вот, фотоаппарат беру с собой практически всегда, ну, в том числе и сейчас. Вот, и поэтому собрать материал, который отражал бы, соответствовал настроению сборника, было довольно сложно, то есть на это ушел на самом деле по меньшей мере месяц, если не больше. Но это был только первый этап, потом их еще надо было сгруппировать, составить соответствующий какой-то визуальный ряд, который бы с одной стороны не перекрывал текстовый, чтобы он не казался чем-то, допустим, первостепенным, поскольку сборник, ну, все-таки поэтический, стихотворный, поэтому на первом месте должен был стоять текст. И только на втором уже фотография, как какое-то визуальное, ну, скажем так, дополнение. Вот, во-вторых, просто чтобы это гармонично и красиво смотрелось. Поэтому просто так взять и вставить фотографии, даже уже после того, как они были подобраны, но этого мне показалось недостаточно, поэтому возник вопрос, вот кому именно обратиться из знакомых мной дизайнеров, художников за помощью в плане именно профессионального дизайнерского оформления. Ну, здесь, конечно, я понял то, что это должен был быть человек, который не только отлично владеет техникой, там, который не только является отличным дизайнером. Техника сейчас владеют многие, это, конечно, ни в коем случае не проблема в настоящее время. Это действительно дело техники, это достаточно дело обыденное. Но это должен человек знать еще и меня лично. То есть он должен был понимать меня, мое творчество. И только в этом случае это все могло срастись в какой-то полноценный творческий такой тандем, союз. И только в этом случае вот, дизайнер можно было назвать полноценным соавтором данной книги. Ну, естественно, и без какой-либо там коммерческой подоплеки. То есть, тут, конечно, эта книга создавалась совсем не с той целью, чтобы потом на ней, на этом что-то заработать, конечно, ни в коем случае нет. Это создавалось с той целью, чтобы вот оставить действительно что-то после себя и как-то вот завершить, подытожить определенные творческие этапы. Ну, сохранить, да. То есть тут о смысле названия я немного позже скажу, ближе к концу, потому что смыслов тут на самом деле несколько. Ну, хотя, в принципе, каждый для себя может какой-то смысл, наверное, тоже найти, тоже возможно. Ну, а теперь прочитаю еще что-нибудь. Ну да, как я сказал, в книге есть, помимо отдельно стоящих стихотворений, есть вот трилогия, которую я уже вашему вниманию представил, «Вера, надежда, любовь». Есть еще тетралогия, то есть четыре стихотворения, которые каждый, в общем, само собой тоже является чем-то самостоятельным, но вместе в комплексе они образуют единое целое. Вот как раз такая тетралогия тут тоже присутствует. Она называется достаточно своеобразно «Раздельный сбор отходов». Мусорная тетралогия. Идея пришла достаточно просто, как самое лучшее происходит неожиданно, в те моменты, когда этого совсем не ждешь. То есть вот на МСК у нас открыли 4 года назад, там стояли такие, ну стоят точнее до сих пор, такие мусорные, значит, контейнеры, пластик, стекло, бумага, несортируемые отходы. Ну и вот я решил, а почему бы на эту тему не написать. То есть написал от имени каждой из этих как бы субстанций
Ну, в итоге получилось более экстраполировано, то есть получилось совсем не только, и даже не столько про, собственно, про отходы, сколько про, ну, наверное, про всю жизнь в целом, но тут уже опять. Но, тем не менее, вот, я считаю, достаточно символично получилось. Стихотворение достаточно разноплановое в ней присутствует, именно по стилистике это точно не единое целое, но вот, давайте посчитаем. Первый пластик. Впечатление в целом не новое, не сотрется движением ластика. И тепло у нас микроволновое, и вообще все как будто из пластика. Химикатами и консервантами увеличиваем сроки годности, глушим запахи дезодорантами, задыхаемся от безысходности. Все в асфальтобетон замуровано и затоплено сточными водами. Наше счастье в мешки упаковано и лежит бытовыми отходами. Вереницей КАМАЗов оранжевых нас направят на свалку истории обескровленных, обезображенных, растерявших свои территории. Сколько времени было потеряно, не туда завела навигация. Мы в земле разлагаемся медленно, долго тянется рекультивация. Следующее стекло. Я тебя вижу, ты меня нет. Я преломляю солнечный свет, я сохраняю воду и ртуть, трещины помнят жизненный путь. Я разбиваюсь не до конца, острые грани ранят сердца, в мелких осколках розовый пол, стекла разбиты, поезд в депо, ночь на исходе, счет на табло, время застыло, время стекло. Еще бумага. В библиотеке пылится, память надежно храня, верить, что лет через 30 с полки достанут меня. Гриф совершенно секретно, век на обложке носить, в папке лежать незаметно, тайну не дать разгласить. В недрах печатной машины впитывать красочный слой, чтобы пространство витрины ярко заполнить собой. В белом конверте почтовом 9 границ пересечь, все до последнего слова для адресата сберечь. Или теплом поделиться, ночью сгорая в костре, только бы не очутиться в этом поганом ведре. Последние несортируемые отходы, по памяти даже не помню, потому что оно в процессе доработки прилично видоизменилось, но получилось следующее. В этой жизни, где все подряд подвергается сортировке, трансформируя хаос в ряд по намеченной трассировке, где преграды со всех сторон, где на всех и на все стандарты, где все меньше спокойных зон, на израненном теле карты, где проходят за годом год без существенных изменений, где кончается кислород в суете городских строений, в лабиринтах большой тюрьмы, где повсюду одни границы, выделяемся только мы, внесистемные единицы. Не пытайтесь нас заклеймить, мы над вами лишь посмеемся. Наше право спокойно жить, сортировке не поддаемся. Молодец. Вот такая тетралогия. Минуты, часы, недели, документы на диске С станут ветром в пустом тоннеле, без намека на свет в конце. GPS не найдет дорогу в лабиринтах календаря. Листья падают понемногу. Все весной расцветало зря. Неизбежность конца маршрута не затмит красоты пути. Все меняется очень круто, но с орбиты нам не сойти. Время движется слишком быстро, чтобы тратить его на грязь. Может быть, завтра грянет выстрел, может быть, оборвется связь. В этом мире противоречий, кем-то выдуманных границ, надо верить, еще не вечер. Светлых много еще страниц. Моя тень ложится секундной стрелкой на солнечные часы. Дни улетают в небо со взлетно-посадочной полосы. Призрак зимы постепенно уходит с экранов моей РЛС. Все мощнее работает солнце, с каждым днем ускоряя процесс. Кино из 200 одинаковых серий длилось как будто век. Телевизор включен на пустом канале, трансляция «Белый снег».
Когда завершится просмотр фильма, этого я не знал, но кто-то нажал на заветную кнопку и переключил канал. Его струя поливальной машины смывает остатки былой зимы. Нам удалось убежать за пределы минусовой тюрьмы. Сквозняк замороженных подворотен, ветер холодных миль. И снег под ногами то белый, то серый. Это всего лишь пыль. Это уже более по сезону, хотя опять же зимы как таковой не было, но тем не менее. В комнате плохо, слова рифмуются, солнце не село, еще не поздно. Так прогуляйся по этим улицам, продегустируй весенний воздух. Снежная масса уже растаяла, дворник покрасил ограды кистью. Все, что зима уходя оставила, серая пыль прошлогодних листьев. В старом асфальте повсюду трещины, свежей травой через них пробились прошлые годы, что нам завещаны, что в нашей памяти сохранились. Из поколения в поколение мы замыкаем все те же цепи. Здесь наше общее заземление, и не нужны ни поля, ни степи, и не нужны боевые действия. Все это кажется полным бредом, и замолкают сигналы бедствия здесь, под высоким апрельским небом. Ну, давайте еще пригласим кого-нибудь из... Создается вот время достаточно много всего, и, ну, надеюсь, будет создаваться, хотя это уже как пойдет. Осень уже выпускает шасси, к мягкой посадке в столице готова. В город приедет на желтом такси пасмурным утром в начале шестого. Осени не было здесь ровно год. По историческим меркам немного. Дремлет все тот же на лестнице кот. Тем же асфальтом покрыта дорога. Все это было и в прошлом году. Словно назад перемотана лента. Я засыпаю в последнем ряду. Через секунду закончится лето. Вспыхнет огнями осенних костров. Марки моих неотправленных писем. По тротуарам остывших дворов. Осень рассыплет оранжевый бисер, осень подарит последний закат, и не спеша в проводах растворится, словно умчится куда-то за МКАД. Переживи эту зиму, столица. Вечерний сквозняк заброшенной подворотни мгновенно из головы выдувает хмель. Конец ноября, четвертый квартал Капотни. Река была полноводной, сегодня мель. Скажи, каково себя чувствовать пассажиром того самолета, который всегда в пике, и думать, что страх давно уже правит миром, и верить, что мы давно уже в тупике. Срезая углы, мы топчем с утра газоны, в надежде успеть на 10 секунд быстрее. Бессмысленно тает в условиях мертвой зоны заряд аккумуляторных батарей. И если вся жизнь — генератор случайных чисел, и если не спрогнозировать результат, пора осознать, мы от прошлого не зависим. Ведь трудно всю жизнь идти вперед, но смотреть назад. А может, не все так плохо, как нам казалось? А может, вокруг не выжженная земля, и что-то хорошее все-таки здесь осталось, и нам не придется вновь начинать с нуля? Спасибо. Который я вкладываю в это название, потому что, опять же, смысл каждый сможет вложить туда свой. Такое понятие действительно достаточно растяжимое. Ну, сохранить, что это такое? Сохранить — это, во-первых, это команда, которой каждый из нас пользуется по несколько раз в день, иногда и чаще при создании файлов на своем компьютере. То есть, вот, в принципе, техническая составляющая меня тоже всегда привлекала. Ну, по долгу службы я как-то различного рода техническую лексику в своем творчестве использую. Это помогает систематизировать каким-то образом мысли, как-то их упорядочить, что для стихов, в общем-то, необходимо. Ну, во-вторых, это более такой глубокий философский смысл в этом названии, считаю, есть. Опять же, он перекликается с обложкой, которая означает сохранить какой-то внутренний свет внутри себя, пронести его сквозь фильтры, которые ставят перед нами время, сквозь вот те помехи в эфире, которые символизируют вот данный снег. Ну и в целом, конечно,
А каждый из нас в этой жизни, я считаю, подобен золотодобытчику, который вынужден из достаточно большого количества песка и прочей грязи отыскивать какие-то вот песчинки, крупицы золота, которых мало, но все-таки они есть. И, конечно, вот в процессе этого поиска достаточно трудно концентрироваться не на вот, вот этом негативе, не на этой грязи, как, ну, образно говоря, которая вокруг присутствует, а концентрироваться на том, что ты, собственно, ищешь. На вот этих золотых небольших частицах, которые есть и которые надо найти. То есть это трудно, но, по крайней мере, это реально. И, в принципе, я желаю, что... Я думаю, что к этому надо стремиться. Я каждому из вас, в общем-то, этого и желаю. Вот сохранить внутри себя какие-то свои идеалы, свои принципы, которым вы следуете, сохранить любовь к родным и близким и пронести это действительно через всю свою жизнь. И вот это, собственно, я и вкладывал в смысл названия данного сборника. Ну и логичным будет прочитать, то есть, как начали с самого первого стихотворения, заканчиваем последним, которое дало название сборнику. На самом деле, конечно, название тоже рождалось в муках, причем даже в больших, чем сам сборник. Оно появилось, ну, буквально за несколько месяцев до его выхода, там уже осенью, когда уже даже основная часть вот этого макета, дизайн макета была готова. Все еще стоял вопрос, как же, собственно, этот сборник назвать. То есть тут, конечно, это гораздо сложнее было даже, чем подобрать визуальный материал. То есть название должно отражать смысл всего материала в целом, то есть как подогнать под общий знаменатель вот то, что присутствует в этой книге, но это было довольно сложно, поскольку, как вы уже, наверное, тоже могли убедиться, стихотворения здесь собраны весьма разноплановые, и положительные, и не очень положительные, и отрицательные. Хотя отрицательных там на самом деле минимум, потому что даже у самого негативного стихотворения там есть всегда такой вот позитивный подтекст. И, ну, я думал, то, что вот эта идея, она где-то вот витает в воздухе, и решение находится, в принципе, на поверхности. До него надо было только вот додуматься, докопаться. И докопался, понял, то, что вот, действительно, давайте так его и назовем. И почему бы и нет, да, как, вот, я считаю, удачное название, но тут уже не только, наверное, не судить, но, вот, по крайней мере, с моей точки зрения, оно отражает смысл, внутреннее содержание, настроение, философию всего материала, который там присутствует. А вот последнее стихотворение «Сохранить». «Жизнь – турбулентный поток информации, время его разбивает на треки, что-то растает в пыли реновации, что-то останется с нами навеки. Тихий район, утопающий в зелени, на пожелтевших любительских снимках, песни уже не подвластные времени, на поцарапанных старых пластинках, голос на записи монофонической, хрупкого прошлого, острый осколок, звукосниматель иглой металлической, словно по нервам иглой стоматолог. Сложно другим передать что-то важное, если привыкнешь бессмысленно спамить. Все наше прошлое малоэтажное будет хранить беспристрастная память. Даже в условиях антиутопии наши архивы уже не сотрутся. Прожитые жизни резервные копии не на земле, в облаках остаются». Спасибо вам большое еще раз за то, что вы здесь сегодня присутствуете, за то, что пришли меня поддержать. Мне действительно приятно. Мы надеемся...